Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». В сегодняшнем праздничном выпуске, 1 января 2015 года, мы будем распаковывать очередной подарочек. Вот в такой вот горошек красненький. Вернее, упаковка в белый горошек, красной внешней бумаги, а подарок сам неизвестный, что какой внутри. В котором лежит что-то волшебное, понятное дело, потому что другого мы не дарим друг другу. Так вот, откроем и посмотрим, что же там внутри. В этой коробочке. Попытаемся аккуратно это сделать, чтобы не порвать бумагу. Бумага еще может пригодиться, жена, правильно? Ага! А внутри опять-таки красненький чехол, кожаный, оригинальный, для iPhone 5, 5S от нашей любимой Apple. Кстати, вот эта серия Red называется, Red Product, и вся прибыль от продажи данных девайсов, устройств и прочего идет в фонд помощи борьбы со СПИДом. Вся прибыль Apple переводит. Это серия Red, так называемая. Ну, это так, к слову, достаем, пытаемся достать этот чехольчик, он очень кайфовый, защищает телефон со всех сторон, очень приятненький. Берем наш любимый 5S и вставляем в этот самый чехольчик. Он входит просто офигительно. Посмотрите, дорогие зрители, как он классно выглядит. Ну, на самом деле, чехлы у Apple отличные. И в плане защиты, и в плане красоты, и в плане безопасности, и в плане удобства эксплуатации. Просто замечательно. Включается, выключается, все работает, все видно. Во все дырочки можно залезть, и не только пальцами. В общем, настоятельно рекомендую покупать фирменное, или покупать не фирменное, или покупать, или не покупать. В общем, делать то, что вам хочется, и получать от этого удовольствие. Понятное дело, в пределах нормы. Спасибо за внимание, всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.